Приветствую всех, кто заглянул на это видео. Сегодня у нас будет распаковочка. Одна посылка, которая пришла из Калининграда. А другая коробочка, которую я забрала в Москве при личной встрече. А здесь одна игрушка на реставрацию. Здесь две игрушки на обновление росписи. Давайте начнем с той, которая поменьше. И посмотрим, что здесь. Уже видно один осколочек. Такая лягушенька и цветок ручной выдавки. Это маравки. А здесь отколот лепесточек, к сожалению. И второй. Да, один еще немножечко держится. Второй отлетел полностью. Игрушка полностью ручной выдавки. Очень интересная, сложная форма. Яркая по цвету. Прищепочка вклеенная. Вот здесь нужно будет подклеить и отреставрировать росписи, декорации. Так, шильдик. Ой, да здесь что-то интересное. Это мне подарок. О, спасибо огромное, Ирине. Это скетчбук с видом Калининграда. Когда-нибудь я обязательно съезжу. У меня есть планы посмотреть Калининград и Калининградскую область. Прелесть какая. Очень нужная вещь. Я прямо сегодня даже, наверное, в ней сделаю эскизы. Спасибо. Спасибо большое. Смотрим дальше. Это солнышко, новое солнышко. Коричневая. Она поедет на ту же самую елку, в тот же самый дом, где уже поселилось первое солнышко белого цвета. Это будет немножечко другая. Они будут разными. Но они будут сочетаться. Ой, какую хорошенькую. Чудо. Вот такой мальчик с балалайкой. Здесь ему нужно будет поправить руки, лицо. И посмотрим, что можно сделать с росписью. Есть у меня идеи. Тоже фабрика Ирина. Крупненькая. Высота примерно как у совушки. Очень хорошая форма, тонкая,
сложное, изящное. Прекрасно. Будем работать.